Летом 2011 года в Бендерах на микрорайоне Ленинский запланировано было заменить старые стальные трубы внутридомовых сетей на новые, полипропиленовые, по двум адресам. Мы этого долго, конечно, ждали, потому что дом у нас бесподвальный, трубы все проходят коммуникации в квартирах на первом этаже, вот они демонтируют их, ставят. Нареканий нет на ребят. В июне за 2 недели произвели все работы в доме по адресу Дружба 16. В настоящий момент осуществляют демонтаж и установку труб отопления и горячей воды в 14-м доме, бригада из Бендеры Теплоэнерго. Некоторые жильцы препятствуют замене. Если переговоры не будут успешны, под их квартирой останутся полусгнившие трубы. Кафель поставил по самые плинтуса. Ну а теперь будем как-то добиваться, чтобы он вскрыл, чтобы люди верхние этажи тоже, так как деньги сданы, пользовались трубами хорошими. В этом году дому исполняется полвека, поэтому проблемы всех его коммуникаций стоят очень остро. Скинувшись по 250 рублей, жители полусотни квартир четырехэтажки до 2040 года забудут о трубах в подполе. Гарантия дается на 25-30 лет. Но вопрос полувековой канализации, классическая проблема отмосток, а также мусора, бродячих собак, о которых упоминала домком, и другие проблемы общегородского масштаба по-прежнему остаются нерешенными. 48 квартир. У нас 4000 забрали водоканал, потому что поменяли, и 7000 мы на теплосети. И теплосети добавили нам. Кожукару нам пошел навстречу, подписал заявление, Максютенко тоже участие принял. И это самое, они вроде 30000 доплачивают. По примеру соседей, жильцы Дружбы 8 тоже собрали деньги. Но, к сожалению, работы в их доме в этом году уже не осуществят. Но лиха беда начала.